Овощная шакшука к завтраку с хлебом. Ингредиенты: лук, кабачок, перец, томат, растительное масло, вода, яйца, соль, специи и томатная паста. Овощи нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле, приправив солью и перцем. Томатную пасту смешайте с водой и добавьте к овощам. Хорошо перемешайте. Туда же разбейте 4 яйца и готовьте до нужной вам консистенции яиц. Сырой или полностью готовый желток подавайте с хлебом. Я еще добавила немного сыра и зелени.